В этом видео мы научим тебя, как сделать густые и ухоженные брови в домашних условиях. С помощью специальной щеточки расчеши брови снизу вверх. Возьми карандаш-подводку для глаз того же цвета, что и твои волосы. Короткими аккуратными штрихами подрисуй брови. При необходимости заполни пробелы. Чтобы добавить цвета и подчеркнуть брови, скошенной кисточкой нанеси на них матовые тени коричневой гаммы. Следи за тем, чтобы контур бровей был без острых углов. Чтобы закрепить форму, возьми немного геля для бровей и нанеси его с помощью щеточки. В завершении нанеси консилер на кожу под самой бровью. Это подчеркнет брови и придаст им четкий, аккуратный вид. Поздравляем! Ты сделала идеальные брови в стиле Кары Делевинь.